Даша, быстро говори, как делать такие когти, а то у меня подписчики спрашивают, я не знаю, что вам сказать. Да это очень просто, давай я тебе покажу быстренько. Берем лист бумаги, складываем его вот так. Дальше вот так. Делаем такой типа квадратик. Складываем треугольником. Треугольник складываем на две части, потом раскладываем. Берем один пальчик на середине и вот так вот сворачиваем. Потом у нас тут есть такой кармашек, и в этот кармашек мы должны положить нашу бумагу. У нас такой коготь получился. Ух ты, так просто! Спасибо!